Единый день диспансеризации в очередной раз пройдет на территории городского округа Люберцы 26 августа. Медицинское обследование можно пройти во всех поликлинических отделениях ЛРБ номер 2. Кроме того, в нашем муниципалитете жители смогут обратиться к врачам в поликлиническом отделении номер 1 в Краскове на Карла Маркса, дом 90, в поликлиническом отделении номер 2 в Октябрьском, которое расположено по адресу улица Ленина, дом 39, а также в ЛРБ номер 1 с 9 утра до 14:00. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.